Ирин, скажите, если не секрет, вы постоянно на хоккей ходите или вот с этого сезона решили? Постоянно. Всей семьей? Ну, с мужем. Почему решили прийти именно в первый день купить абонемент? Ну, потому что боимся, что раскупят, как бы нам не попадем на хоккей, очень хочется. Мы 3 года уже как бы покупаем абонементы, вот, и стараемся, как бы у нас уже своя любимая трибуна, стараемся купить на нее. Если не секрет, какая? У нас 10-я трибуна, то есть чтобы 2 раза сидеть около наших ворот. А вообще от нынешнего сезона что ждете? Как следите за командой, какие изменения происходят, как ребята вот сейчас играли? Ну, к сожалению, сейчас не знаем, как играли, потому что не отслеживали, уезжали. Вот. А так, конечно, стараемся следить вот, за изменениями, за новыми приобретениями. Вот. И стараемся ходить на игру, на плей-офф тоже обязательно ходим.